сделать вашу анкету более привлекательной и информативной. То есть для тех, кто, например, для того, чтобы вы были уверены, что ваши предыдущие работодатели говорят о вас и не дают плохих отзывов, желательно это проверить. Давайте поговорим о том, как сам моряк может это сделать. Поэтому если нечего будет скрывать, соответственно, вы можете всю информацию с контактами работодателя, даже с person in charge contact, вы сможете выложить в своей анкете. Сейчас мы это все сделаем и на выходе посмотрите, как она будет выглядеть. Например, вот из анкеты наших прошлых участников мы берем, для примера, да, исходную анкету кандидата. Часто моряки в разделе owner, ship owner указывают то, что указано в их послужной книжке, да, или мореходной книжке. Но не всегда эта компания является, например, оператором. Либо не всегда в этой компании может быть crew department. То есть иногда указывают шип-оунера, а шип-оунер это компания, в которой вообще нету офиса крю-менеджмента. Да, поэтому в идеале указать именно ту компанию, в которую работник крюинга либо менеджер судовладельца сможет быстро позвонить и найти отзыв. Потому что часто, когда у нас греки часто просили кандидатов других, потому что не могли по кандидату пробить отзывы. То есть вот 5 контрактов у человека, они никуда не смогли дозвониться, отзывов не смогли найти и сказали, мы его рассматривать не будем, дайте другого, по кому можно проверить отзывы. Поэтому берем исходную анкету. Основная задача – дать менеджеру контакты, по которым ему ответят и дадут отзыв. Потому что если он туда не дозвонится, ну, как я сказал, то может просто перейти к другой анкете. Итак, берем анкету. Первое судно, например, Астрея, да? Открываем Эквазис. На следующих уроках мы подробно разберем функции Эквазиса, как можно пробить судно даже на предмет задолженности по зарплате, на проблемы, которые производились. То есть вы открываете сайт Эквазис, регистрируетесь на нем, там все просто. Вбиваете имя, номер своего судна, и вам открывается информация по нему, то есть Ships Info. В разделе Management внизу будет вкладка Management Details. Вы открываете и смотрите, кто являлся шип-менеджером по этой компании. Смотрим, что вот регистр Owner здесь Sictus 10 LTD. Соответственно, нам эта компания не особо нужна. Если, конечно, вам есть что скрывать, да, у вас там какой-то контракт был не очень, и там отзыв плохой дают. Наоборот, вы указываете ту компанию, в которую, скорее всего, не дозвонятся. Может быть, менеджер не станет проделать вот эту работу, которую я вам сейчас показываю, и просто подаст как есть. Но если вам нечего скрывать, у вас все отзывы хорошие, лучше указать именно ту контору, в которой есть, которая отвечает за судно, шип-менеджмент, в которой есть крю-департмент, потому что не всегда бывает такое. Иногда одна компания занимается operation-департментом, а крю-менеджмент вообще другая. Наша задача найти ту компанию, в котором есть база данных всех моряков, и которая может ответить на запрос по отзыву. То есть смотрим, что шипс-менеджер является Chandris Hellas. Соответственно, именно эту компанию мы будем указывать в анкете. Далее, для того, чтобы понимать, что да, Chandris Hellas, вот на экране выделено именно в графе Ship Manager. Далее, мы заходим на сайт, вводим в поисковике Chandris Hellas Incorporated, как и указано в Эквазисе, находим контакты этой компании и звоним для того, чтобы узнать отзыв. В принципе, сам моряк может это сделать. Дополнительно у нас есть урок записи, мы всем скинем, как это будет подробно там. Я звонил записью экрана, чтобы вы поняли, как общаться, кем представляться. Собственно, представиться можете любым крюингом, никто это проверять не будет, используя Skype. В Skype можно добавить идентификатор звонящего, то есть ваш телефон любой, можете любой телефон там указать, даже не свой. И звонить не со Skype на Skype, а пополнить счет, там не так дорого это все стоит, но оно стоит того, чтобы понимать, что у вас говорят предыдущие работодатели. Уже часто бывает, что на борту улыбаются, говорят все хорошо, а в компании референс дают негативный. Иногда даже ничего не случалось,
Но просто компания таким образом пытается моряка удержать в свои. Кто-то ей звонит, они дают плохой отзыв с тем, чтобы его туда не взяли. И у них человек остается в базе, никуда не убегает. Они дальше ему звонят, предлагают работу. Таким образом держат его на стендбай. Поэтому вы пополняете там на $5 свой скайп, вводите телефон, который мы нашли, да, на сайте Чандриса, да, плюс 30, там 210 и дальше вводите и звоните, представляетесь каким-то крюингом и спрашиваете: may I get the reference on the seafarer who work on board of your vessel, такой-то Астрея, в данном случае у нас судно Астрея. Ну, например, данная компания из опыта не отвечает на подобные запросы. Согласно MLC, они говорят, у нас запрет на распространение каких-либо данных, поэтому мы никакой информации по моряку не даем. Если, конечно, позвонят греки грекам, которые, например, там, знают друг друга, может быть, они им дадут. Но крюингу, например, они такую информацию не дают. Поэтому так, это контакты компании были, да. Поэтому мы видим, что в анкете шип-оунер, ну, в данном случае шип-оператор, который нам нужен, указан верно. И понимаем, что в этой компании, если кто-то позвонит, им просто не дадут отзыва, какой бы он там ни был. Если, конечно, только это не греки, которые друг друга знают и между собой могут там знакомые знакомому менеджеру сообщить. Ну а в целом, если кто-то позвонит с крюинга, такую информацию не предоставят. Идем дальше. Крюинг, который был в анкете, где у нас анкета, крюинг, через который моряк устраивался в компанию Чандрис, нам также можно и крюинг прозвонить, потому что в крюинге могут дать какой-то негативный отзыв, потому что в компании информация одна, а в крюинге может быть другая. Может быть, с менеджером крюинга как-то там не поладили или там неправильно разошлись и так далее. Все может быть. Поэтому вам в идеале важно знать везде, во всех ваших работодателях, куда могут позвонить ваши потенциальные работодатели, не было никаких плохих отзывов. Поэтому вы также можете найти контакты крюинга с TMA, да, и позвонить туда также, либо крюингом каким-то представиться, с другой стороны, например, там, вы с России можете идентификатор звонящего абонента поставить, представиться каким-то крюингом и позвонить. Да, это какие-то хитрости, но зато вы будете четко понимать, что о вас говорят в предыдущих ваших местах, где вы трудоустраивались.